Ну ладно. 6-5. Еще раз. По статистике команд. Ваншот. Атак. 13-7. 10-5. Паник. Кейк. 8-6. 7-6. Малеюс. 17-07. 4 на 5. Бравым Ся. Крик. 5-7. 6-8. Гамби. Борн Турэш. 7-9. 7-9. Сина. И Зверь. 4 на 9. Ну что, погнали смотреть за 12-м раундом первой половины. Пока что у нас ваншоты ведут. И, в принципе, они уже набрали даже достаточное количество, наверное, раундов для себя в первой половине. Но еще можно взять побольше, побольше. Можно взять, например, взять 2 и выиграть первую половину. Было бы, мне кажется, шикарным окончанием. Шикарным окончанием для первой половины. Ну что, 4 кваша, снайперская винтовка. Закупил Браво MCI. Видим, что MP7, в общем-то, 3 кольта АВП. Закупил ваншотов. Ну и 3 на Б, 2 на А, 1 у нас игрок поджал уже длину со стороны защиты, 3 игрока у нас готовы выходить на Б, и двое также контролируют поджим мидвейна. Но вот я заметил такую ситуацию, что защита-то почти не поджимает даже вот это вот дело, не поджимает мид, не поджимает рукав, то есть они не выходят никогда сюда. Вот уже 12 раунд, а продолжает контролить Браво MCI, но там один раз всего была аркада, и то на экономическом раунде. Ну что, дальше смотрим. Паник у нас в хорошей позиции. На панику сейчас выходит. На панику выходит. Он просто тайминг ловит очень-очень неудачный. Ну и Малевич у нас понимает, что туда уже бегут очень много игроков. И на самом деле атак там еще на хопе. Готов, в принципе, ваншоты к принятию-то. К принятию апунта. Ну что, Малевич, отлично. Есть первый минус. Он на крике. Малевич! Хороший какой спрей от Малевича. Моментально минуса пошли. Опять фейк. Посмотрите, опять фейкует. И опять атака заходит на бэплент. Практически пустой. Практически пустой. Ну что, Кейк у нас, да, ошибается тоже в тайминге. В общем-то, через щепки не получилось у него там ничего сделать. Ну что, смотрим дальше. Мы видим, что три игрока у нас занимают уже потихонечку позиции на Б. В ленте бомба установлена. Гамби там с одной пули, по-моему, в голову попал, если я не ошибаюсь. Ну ладно. 3 в 3 ситуация. 17-7. Очень рядовый и походу сейф. Да, сейф. Жесть. Просто жесть. Ено 12-41. Спасибо, друг. Спасибо. Но вот видишь, что иногда вот все-таки интернет превыше всего. Интернет иногда решает. У меня почему-то, я говорю, просто-напросто повис интернет. Неожиданно для меня, вот потому что такое редко случается на самом деле. Но просто-напросто у нас сейчас погода еще не очень. На самом деле там ливень идет, и возможно как раз какие-то перепады вот с этим делом. Ну ладно, спасибо, спасибо тебе за отзыв. Спасибочки. Матч приостановлен. Pause after please. С чем связан? Ну, в общем-то, может быть что-то не так. Ну ладно, напомню для тех, кто, может быть, недавно зашел на трансляцию, кто, может быть, смотрит не сначала. В общем-то, у нас что? У нас вторая карта гранд-финала, турнир Royal Cyber Gaming Лиги Festive Championship 2016. Первая карта у нас была Overpass, выиграли ее ваншот со счетом 16-13. Сейчас вторая карта Cobalt, дальше у нас по расписанию кэш. Ну и последние две карты, если вдруг они понадобятся, еще это Dust 2 и Inferno. Напомню, нюк у нас на этом турнире заменен. Нюк заменен на Inferno, поэтому ребята будут играть Inferno. Последние карты, ну что? Крайне-крайне интересная игра на самом деле. В первой карте на оверпассе у нас как могли победить как одни, так и другие. Немножечко там просто не повезло. На самом деле Браво MCI, но я думаю на Кобли они сейчас соберутся и покажут нам настоящий Counter-Strike, который мы так все любим, который мы так все ждем. Ну что, погнали. 6-6. Равенство у нас. Паритет самый настоящий. 2 АВП у нас, кстати говоря, в закупе ваншотов. Видимо, по 7-й кольт даже 2 штучки в защите. И опять там 17-07 поджал. Вот хорошая позиция. 17-07 может так сейчас минусовать. Да, есть первый минус. Бомба падает моментально. Убегает еще и засейвить КВПшечку свою. 2 минуса. Отлично. 17-07. Еще ноузумом, давай, да, отлично, Нотаха минус 4, да, нет, 17-07, лагает, вот видите, ну интернет, нет, на самом деле, лагать сейчас не может, потому что у меня потери кадров нет, сори, возможно битрейт высокий, у меня стоит 2400 битрейт, возможно, ваш интернет в какой-то момент может просто не тянуть, возможно, все может быть, вот. Но если нужно, если вдруг у еще кого-то также лагает трансляция, я могу сделать битрейт поменьше, но это только к следующей карте. Я не хочу больше перезапускать трансляцию на самом деле. Если у вас тормозит все-таки интернет, ребята, напишите, пожалуйста, в чат. Я
к следующей карте просто-напросто перезапущу, сделаю битрейт чуть пониже, до 2000, допустим. Да, качество чуть-чуть еще сделается похуже, но все-таки зато вы сможете беспрерывно наблюдать за игрой, возможно, ваших друзей, коллег, товарищей, не знаю, братьев и так далее. Ну что, 7-6, ваншоты, выходит вперед, отличная игра, 17-07, трипл килл он дал на ланге, в общем-то, просто шикарнейшая игра. Ну, давайте смотреть, у нас также 2 ВП, паника играет с ВП на Б пункте, 2 на А, в общем-то, стандартная расстановка игроков от защиты, ну и атака, 4 в дроп-рум, 1 чекает пока что у нас Аркаду с Мидвейна, играет он с дома. Ну вот атак просто шикарно проводил на самом деле первое начало игры, там первые буквально раундов эдак 8-10, наверное, очень здорово играл, вот сейчас немножко подсдал, потерял некий напал, наверное, свой, но все равно. Итак, 5 калашей в закупе брал МСА, денег у них, в принципе, на следующий раунд, наверное, если они сольют и бомбу не поставят, наверное, будет очень-очень мало. Вот, но все-таки там какие-то девайсы будут по-любому. Там 3200, 3100 у Звери и Гамби, соответственно. Ну ладно, посмотрим, конечно, еще может быть Браун себя сейчас выиграет этот раунд. Давайте смотреть. А так, 84 хп в дроп-руме. Малевич у нас чекает просто-напросто Мидвейна на пикселик, пытается кого-то поймать. Ну и что? Тут как бы 2 ВП, да, паника, шикарная СВП игра 17-07. В прошлом раунде показал, на что он способен с этой снайперской винтовкой. Ну вот, поэтому, не знаю, давайте посмотрим. Итак, откидывается смачок у нас, в общем-то, в дроп-рум на занятие. Выбегают уже ребята, трое заняли. В общем-то, сейчас будет выход. 2 по ланге, 3 через дроп-рум. Давайте смотреть, интереснее, как уже все становится у нас. Спунта, атак у нас играет с камня. Давайте смотреть, он флешон и полностью видел игрока. Так, хороший хедшот, отлично. Паника также, минус у нас. Атак, да ладно, на тайминге ловит Born to Rage. Шикарная игра. Атак, 23 хелспоинт остается. Последний у нас там зверь еще на пунте, но и крик у нас выходит. На самом деле сзади просто со спины бомба-то у нас падает. А так это делает, время кончается. Опять это происходит с бравым CI, боже. Опять эта ситуация. И опять бравым CI. Да что ж такое-то? Как же не везет парням, я прям не знаю. Хочется их даже немножко пожалеть. Потому что в прошлой игре вот точно такой же раунд был, когда просто там буквально 2-3 секунды не хватило для того, чтобы выиграть. Раунд, ну, в общем-то, вот так вот. Ладно, 8-6, первая половина у нас уходит в копилочку команды OneShot. Бегут ребята под бэплэнд. Мы видим, что закуп, как я и говорил, будет так себе. 3 калаша, Галил и Десерт Игл. В общем-то, ну что, паника на приеме, отлично. Уже убивает у нас Гамби. Выходят ребята на бэплэнд. Ну что, Кейк убивает зверя. Отличный хедшот. 4 в 4, но крик родовейший. Просто 3 хелспоинта. Еле живет. Атак на тайминге ловит его зверь. Отличный минус. 4 в 2. В спину заходит у нас Малевич. Хороший хедшот ставит у нас Сина. 3 в 2 ситуация. 3 просто родовейших игрока. Что ж за жесть-то? Смог откидывает Малевич. Просто выходит у нас там скичина. Отлично. Зверь минусует. 17-07. Ну что, зверь там живет еще каким-то образом невероятно. На самом деле 3 хп. 25 хп против сотого Малевича. Ну, крик будет до конца сидеть. Крик будет сидеть до конца. Крик выходит на тайминге. Просто на диффузе. И, собственно, все. 8-7. После первой половины статистика игроков наших с вами любимых. Итак, ваншоты. Атак 17-8, 12-8 паника, Малевич 10-9, 9-9 у нас Кейк и 17-07, 8-8. Браво МСИ, Карик 8-9, 7-11 Гамби, Зверь 10-11, 9-12 у нас Born to Rage и Сина 8-13. Ну что, пистолеточка, ваншоты, посмотрим. Это их пик, напомню, это их пик, в общем-то, посмотрим, что они нам смогут показать на Кобле. Как они к нему готовы, в общем-то, какую, может быть, заготовочку нам покажут на пистолетном раунде даже, например, будет интересно посмотреть. Ну что, 3 легких брони у Браво МСИ, видимо, киты, граната, ну так себе, ну ладно. Ну что, Малевич уже очень много хп потерял, Сина, отлично, есть минус 2 от Сина, что, третий минус будет, нет, 3 патрона у него, Сина, трипл килл, какой жесткий, отлично. 2 в 3 ситуация, бомба тем временем выходит на аплэнд, крик у нас терпит, он с пунта, он уже дает информацию своим тиммейтам, ваншот какой пролетает у нас атаку, бомба падает моментально, и Кейк у нас последний. Кейк у нас, посмотрите, куда Кейк забрался, просто-напросто уже знают, ну зря спалился, друг, зря на самом деле.
Вот если бы он сидел там подольше, то может быть даже что-то и придумал еще. Кейк теряет хп, 64 у него остается. Делает один минус, убивает зверя. Берет себе юспик, в общем-то. 40 секунд до конца еще есть у него время. Время подумать, время все взвесить даже еще есть у него. Ну и, собственно, 1 в 2 ситуация. Бомба-то на пунте. Ну что, Сина, квадрокил будет? Нет, Сина! Да, квадрокил от Сина. Отличная игра. Шикарный просто прием там был дроп-рума. В общем-то, 3 кила от него залетело. 8-8, пистолеточка забрал MCI. Ну что, поздравляю их. Они сравнивают счеты. Посмотрим, как будет что дальше, собственно, складываться. Force Buy. В исполнении ваншотов видим мы 4Т, КП-250. И у всех закуплен практически армор, кроме Паники. Паника купил себе фул раскид. 5 смоков, кстати говоря, у ребят из атаки. Давайте смотреть, ваншоты просто бегут. Ваншоты просто бегут к дропруму, к ланге, на Б-плент. Будет туда выход, там 5 смоков, раскидочка должна уже идти. Давайте смотреть. Просто хочу посмотреть за вот этой раскидкой, как сейчас все будет. Крайне интересно. Крайне-крайне интересно. Ну что, пошла раскидка, посмотрите, побежали смоки, у нас просто жесть там происходит, просто все, и это фейк, походу, дело еще, жесть. Или в дроп-рум все-таки? Нет, все-таки в дроп-рум просто десантируются ребята, ну что? Так, тут Гамби на приеме, Гамби, минус один, минус два, Гамби, Гамби! Нет, все-таки Кейка не удалось ему убить, правда, в спине уже Born to Rage, отлично, есть минус, бомба у нас тем временем выходит на плент, у нас Крик на приеме, Крик замечается по 90, убивает Малевича, должен убивать, да, бомба падает, и последний у нас атак. Также должен, по идее, умирать. Да, умирает также. Атак, правда, тем временем там успел еще забрать Born to Rage. Ну что, 2 минуса, собственно, от атаки в этом раунде. Хотя там жесткая была раскидка Б-плента. Но, по-моему, сами себя обманули на самом деле. По-моему, сами себя обманули на самом деле. Потому что раскидали Б-плент, побежали на А. Потом вышли в мидл, вышли в дроп-рум. В общем-то, сам ничего не понял. Сами ничего не поняли и проиграли раунд. Ну ладно, 9-8. Браво МСА впервые в этой игре у нас выходит наконец-таки, по-моему, вперед, если не ошибаюсь. У нас был счет 6-6. Да, впервые в этой игре вышли вперед. 9-8 у нас. И видим, что экономический раунд в исполнении атаки. 3 в миде у нас, 1 в дроп-роме и 1 играет на ланге. Паника у нас успел там немножко накалить Сина, но этого, конечно же, недостаточно против второго армора. 77, извините, хелспоинтов оставляет. Ну что, Сина знает еще одном игроке в дропе, а так у нас не стал там до конца стреляться, все-таки не хочет он расставаться со своей жизнью в 18 раунде первой половины. Зверь, хорошая позиция, по 90, погнал, минус 1, минус 2 на ланге, замечает еще двоих игроков, бомба дропается. Ну и, собственно, это все от Born to Rage, дабл килл от зверя и килл от Сина, и это 10-8 для команды Bravo MCI. Ну что, давайте смотреть далее. 5 калашей, первый оружейный раунд во второй половине для команды OneShot, 2 по 90, 3 кольта. В Bravo MCI не стали они менять вот эти самые так называемые петушки, остались с ними. Ну что, есть раскидка, самое главное, 5 смоков, 4 смока, извините, закуплено за атаку. Видим флешки, видим гранаты, даже есть молотов еще у 17.07. Ну что, хорошая подсадка от Крика, но там выход на B-плент опять планируется, на самом деле там 5 игроков и... Тем, конечно, будет поинтереснее. Ну ладно. Раскидка уже начинается потихонечку. Раскидка уже потихонечку начинается. Выход пошел. Сина, Сина, ну как же так? Кейк не чекнул. Просто там флешон и Сина стоял. Сина, дабл килл. А так, в размен сыграл. В один размен. Но тут еще игрок на позиции 90 сидит. Да как так? Зверь ошибается. Жесть какая. 2 в 3. Гамби вместе с Криком. Гамби. Гамби в спину не убивает его там в панику. Ну ладно. В общем-то, это 9-й раунд для ваншотов. Не побоялись, зашли на Б-плент, размен сыграли. И тут даже, знаете, больше, наверное, все-таки ошибки игроков защиты тут такую основную роль сыграли. Все вроде бы неплохо начиналось. Там дали первый минус как раз-таки Bravo MCI. И все вроде бы было здорово, потому что была информация о местонахождении игроков. То есть закидайте там гранатами, все будет здорово. Но... не тут-то было. Браво MCI, там зверь, вот в основном ошибся, который должен был по-любому минусовать там игроков. Ох ты, Крик, какой жесткий-то. Минус 2, какие залетают с P90. И Малевич, 54 хп. Не взорвешься ли ты, друг? Нет, 7 хп остается. Молодец, все-таки выжил. Засейвил калашик, потому что денег-то все равно очень мало в атаке. Несмотря на взятый раунд, там по 3800 долларов. Ну что, 10-9, сокращает ваншот немножко отставание от своего оппонента. Давайте дальше смотреть. Давайте дальше смотреть. Есть там АВП даже в защите, кстати говоря. Вот только кто играет? Зверь.
Зверь покупает себе, ну или берет АВП, скинули ему, скорее всего, П250. И, кстати, в закупе у защиты и калаш, и два кольта. Против пяти калашей. Раскидки на сей раз уже практически нету. Видим, что всего-навсего три смока на всю команду. У Кейка и паники вообще нет никакой, ни единой гранатки. Ну ладно, будем смотреть. Будем смотреть, тем интереснее. Ну что ж, АВП занимает у нас пятачок. В общем-то, смотрит Вангу. Малевич у нас готов уже десантироваться в дроп-рум. В принципе, если накинуть ему там флешечку, то может не поздороваться Малевичу. Малевич не по... Да, 1 хп потерял от гранаты. Паника там 7 хп зацепил, даже побольше, чем его, хотя в дроп-руме не находился особо. Ну ладно, итак, Малевич просто... Ух ты ж, ничего себешники. Просто выпрыгнул. Даже я, наверное, не ожидал такой наглости на самом деле. Малевич просто выпрыгнул. 2 минуса в атаке. Против троих они остаются. Малевич еще одного убивает. Гамби. Паника на отходе. Убивает у нас зверя в дроп-руме. Ну и крик последний с АВП. У нас находится на Б-планте. Беда. Ну что, беда. 10-10. Сравнивается счет. Ваншоты. Молодцы. Вот сейчас здорово сыграли. И паузу просит. Просит, собственно, паузу. Ну что, Крик знает его из расположения, бегут его убивать. И все-таки Малевич у нас просто умничка в этом раунде. Трипл-килл от него и шикарная игра. Просто шикарнейшая игра. Ну что? Стоит пауза. Стоит пауза, возможно, какие-то технические неполадочки у нас там. Все-таки у меня вот тоже, например, они присутствовали с интернетом, например. Ну, давайте подождем. Давайте, конечно, подождем. Что еще вам, собственно, рассказать? Первая карта. Первая карта у нас Overpass. В общем-то, 16-13 за команды OneShot. И если сейчас они возьмут вторую карту, то уже... Будет, конечно, совсем-совсем уже неприкольно. Совсем уже будет неприкольно. Это значит, что придется у нас команде, в общем-то, Браво MCI тащить подряд две карты. То есть тащить кэш, тащить DAS-2. Это очень тяжело, на самом деле. Пока отвечу на сообщения, пока есть. Если что, если какие-то вопросы есть, ребята, задавайте в чате, с удовольствием отвечу. В общем, для вас комментирует Максим Хокикс Петров. Вот. Рад буду вам ответить. Так, давайте по статистике пробежимся, что все-таки что нам сидеть, ждать. Ладно, Браво МСА, Крик, 15-10, 9-15 Гамби, Сина, 15-15, 12-14 Зверь, Born to Rage, 12-16. Ваншоты, атак, 20-12, топ-фрагер, кстати говоря, всей карты, шикарно отыгрывал в дефенсе и в атаке, продолжает также наседать на своего оппонента. Малею, 14-12, 14-13, Паника, Кейк, 11-14 и 11-12, 17-07. Итак, экономический раунд. В исполнении защиты. У нас там взрывает атак. Жесть какая там происходит. Уже 17-07 смотрит у нас дальше аркаду. Атак там уже сделал. Даблкил. Три игрока еще, собственно, живы. Малевич у нас там подсадили с дропрома. Это слышал, по ходу дела, Малевич. Да. Он это слышал. И паника по информации своего тиммейта минусует у нас Сина в дропроме. 5 в 2. И ваншот, по ходу дела, опять выходит вперед в этой встрече. Ну что, Born to Rage вместе со Зверем еще попытаются что-то придумать. Оба находятся, собственно, на Б-пункте. Один смотрит дропрум, выход за колонной. Второй у нас находится в курятнике. Ну и ничего интересного, я так понимаю, в этом раунде мы особо не должны увидеть, если каких-то жестких сюрпризов не случится. Но, по идее, их произойти не может теоретически, потому что там 2 П250. Нет, там П250 5-7. Зверь, конечно, имеет... Второй, первый армор. Ну что, зверь один минус таки дал, но тут его просто простреливают со всех сторон. Кейк последний минус дает, паника также минус. И 11-10 для ваншотов, 5 раундов, и они, собственно, уже будут вести 2-0 в этой замечательной встрече. Напоминаю, это у нас гранд-финал. Гранд-финал формата Best of 5 турнира Royal Cyber Gaming League.
CSGO Fest Championship 2016. 1500 рублей. Призовой фонд: за первое место команда-победитель получит 1000 рублей. Команда, проигравшая, получит 500. Какая ошибка от Гамби. На самом деле очень жесткая, потому что, ну, нельзя так просто, вот, знаете, ну, без флешек, без всего выбежать просто на лангу против снайпера и вот, ну, не знаю, это ошибка. Это ошибка, которая также может стоить очень много, на самом деле. Потому что уже приходится стягиваться одному игроку защиты на А, то бишь оставлять двоих на Б, оставлять двоих на А. Это большой риск, очень большой риск. Все-таки это Кобол, о чем я и говорил. В атаке, если ты даешь один минус, у тебя сразу огромнейшее просто появляется преимущество и огромнейший потенциал для действий на карте, просто шикарнейший. Ладно, пошел выход. Выход на мидл, выход через длину на аплент. Так, кейк, 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 убивает нас одного, в размен сыграл Сина. Ну что, Сина сейчас тоже будет умирать. А так-то делать, два еще игрока у нас живы. СВП, Крик и, собственно, с Мак 7 у нас Зверь. Два девайса будут, я так понимаю, сейвиться. Браво МСИ опять терпит пока что поражение. 12-10 и денег сейчас не будет. То бишь это надо будет играть от снайпера, от Крика и надеяться на Зверя, что он с Мак 7 сможет что-то, например, в дропруме придумать. Мне кажется, это наиболее удачная позиция для Мак 7 на этой карте. В дропруме можно реально там очень-очень много наубивать. Ну что ж, давайте ждать. 23 раунд у нас по счету. Сейчас скоро уже начнется. Ух ты, атака там просто. Если бы сейчас еще убил, это жесть была бы на самом деле. Ай, атака. Чуть было там ваншот на самом деле не повесил, ну ладно. 12-10, Крик все-таки минус один дал. Уже неплохо, ну что. 23-13 атака идет. Очень хорошая статистика, шикарный КДА. В общем-то и на первой карте атака смотрелся очень даже нехило. 12-10, как я и говорил, играть от двух девайсов. Видим, что остальные игроки тоже закупаются. Там Deagle, P250, 5-7, есть арморы. Зверь без армора с Мак 7 бегает. Ну, жесть. Ладно, давайте смотреть. Моменталка дропрум. Моментальная, извините за тавтологию, выход дропрума как раз-таки вдвоем. Зверь. Вот, пожалуйста, зверь. Одного убил, паника в спину заходит, паника двоих убивает. Паника, да ладно, как они сидят просто в пути. Четверых чуть было не убил у нас паника. Трипл килл и один ассист, жесть какая. Ваншоты, просто, просто шедевральная игра в атаке. В общем-то, почувствовали, что у оппонента там нет денег, что они будут играть от одного АВП и Мак 7. Примерно поняли, что АВП будет сидеть как раз-таки на апонте, ну и спокойненьким образом вышли на Б, убили четверых, там шикарные еще гранаты влетели, на самом деле, вы видели, что два игрока в пунте просто сидят на корточках и полностью слепые, ничего не понимают, что происходит. 13-10. 13-10 и уже я не знаю, что тут как бы Браво МСИ делать, потому что, не, ну в принципе сейчас будет закуп, в принципе, да, сейчас будет закуп, сейчас будет у них 3 полноценных девайса плюс 2 каких-то очень слабеньких. В принципе, от трех этих девайсов еще можно будет сейчас поиграть. Вот. Но если сейчас они не возьмут, то, скорее всего, это ГГ на второй карте. Браво МСИ уже ошибаться, в принципе, практически нельзя. Практически нет. Ух ты, все закупились. Это что-то я просчитал там немножко, получается. А, ну там же еще Крик, да. У Крика 7300, жесть. Я так не посмотрел на деньги Крика. У него там $7350 остается после того, как он даже дал пару дропов. Вот на сей раз Крик молодец. Вот Крик вот сейчас жестко сыграл на самом деле. 17-07 как-то не смог законтролить у нас, в общем-то, аркаду. Ну что, выход пошел. Малевич ошибается. Моментально минус есть. Сина там продолжает спрейт. Сина уже даблкил за ящом дает. 2 в 4 ситуации. Кейк вместе с паникой против 4 игроков. Паника также ошибается. Born to Rage. Минус. Ну и кейк последний. Кейк последний. Выходит у нас Сина. Отличный минус. Ну что, вот, пожалуйста. 13-11. Очень сейчас легкий раунд для защиты. И, знаете, в основном-то как раз-таки от действий Крика в начале раунда, который не побоялся пойти в аркаду, знал по информации своего тиммейта с прошлых аркад, так скажем, где сидит снайпер. В общем-то, вышел чуть ли не на префайре там, но и смог убить. Ну что ж, четверо на Б, один у нас в аркаде на А-пунте, на лангу побежал у нас, я так понимаю, это тоже, это Гамби у нас, Гамби с кольтом. Ну да, смотрите, Крик в курятнике, опять же, с АВП будет смотреть выход на лангу. Три игрока у нас в дропруме, один смотрит, опять же, аркаду, это снайпер, это 17-07, есть АВП у него, опять же.
денежки еще присутствуют, и один игрок смотрит аркаду с мида. Ну что, очень важный раунд, 25 по счету уже. Каждая карта у нас очень-очень крайне напряженная. Вот ни одной проходимой такой карты, прям проходной даже, я бы сказал, проходной карты вообще нету. Ну что, хае хороший залетает, раскидка уже у нас идет вовсю, крик у нас АВП, крик пошел, крик, как промазал-то, божешки мой. Фулл флэш, я думаю, уже убил. Ну, там миллиметр буквально промазал. Ну что, Born to Rage в мидвейне поджал. Паника не ожидает его тут увидеть, и это будет интересно. А паника выходит, паника ошибается. Born to Rage есть минус. Выходит у нас Кейк, убивает на пленте. Отлично, бомба уже на плент. Просто бежит, мчится со всех ног. Смок у нас кладется в щепки. Бомба сейчас будет установлена. Ну и 3 в 3 ситуация. Давайте смотреть. Очень важный раунд. Очень важный раунд. Смотрим. Атак. Шикарным образом заходит. Атак. Минус есть. 17-107 в размен играет. Последний крик. Крик очень много хп потерял. У него 25 хп. Ему надо вообще сейвить этот свое АВП. Жесть. Ну, пожалуйста, маленькая такая ошибочка буквально, да, то есть и сразу уже огромные-огромные проблемы на пойнте. Вот они, отголоски этих самых ошибок. Да, 14-11. 14-11 для ваншотов. Жесть. Ну, кстати говоря, вот до прошлого раунда, когда Браво МСА взяли вот этот вот раундик, под номером 24. 5 раундов подряд ваншоты тащили. 5 подряд. И вот, пожалуйста, еще один берут. И с экономикой, по идее, ну, крик очень много нафармил. На самом деле, там деньги-то есть. Вот. Но вот на следующий уже раунд, я не знаю, он столько просто дропов уже там. Да даже ему самому не хватит на закуп. Если сейчас, короче, Браво МСА не берут раунд, то, скорее всего, это good game. Скорее всего, это будет good game. Итак, крик в аркаде. Опять же, 17-07. Теперь контроль уже немножко по-другому. В другую позицию занял. Ну и пожалуйста, 17-07 у нас минусует крика. Вот зачем это нужно? Объясните мне, пожалуйста. Зачем эта аркада, если... Ну, да, один раз она принесла свои плоды. Спору нет. Но вот, пожалуйста, уже, по-моему, третья аркада. И три раза там уже минусует у нас 17-07. Один раз он умер и три раза убил. Ну, тут, я не знаю, это... На самом деле, эта аркада делается немножко по-другому. Там должен, по идее, еще заходить у нас с мида один игрок. Хороший смог у нас вложиться. Ну что, ну тут, я не знаю, тут, походу, ГГ. Кейк, есть минус пассина, выход на Б-плентик, молотов там сейчас пролетает. Ух, Кейк просто шикарным образом отрыгрывает. Гамбит все-таки дал один размен, Гамбит с ЛП каким-то чудом оказался. Ну что, смотрим, что будет дальше. Собственно, идет заход у нас уже вовсю. Малевич у нас тут на приеме. Малевич первый минус есть, Малевич даблкил. 15-11, 4 матчпоинта на второй карте для команды ваншот. Вау. Ну что, 16-11 по ходу. Ну, посмотрим. Будем еще, конечно, мы переживать за команду Браво МСА. Крик купил себе, тем более, снайперскую винтовочку, о чем я и говорил, что деньги у него есть. Но посмотрите на раскидку. Крик, раскидки нет. Сина, один смог. Гамби. В общем-то, крик в аркаду опять. Крик в аркаду, и вот она флешечка. Вот она тайминговая флешечка, в общем-то. Правда, крик у нас есть минус. Отлично. Тем будет интереснее. Уже в большинстве защита. Ну и крик моментально убежал. Посмотрите, по всей карте крик бегает. Он первое место в своей команде занимает. Но по количеству фрагов все-таки сильно его пока опережает. Отличный минус от Born to Rage. Также минус от Гамби. Правда, размен от Кейка моментально. Два размена. 3 в 2. Кейк с атаком против крика, Сина и Зверя. Ну что? Ваншоты. 4 матчпоинта на второй карте. И по напомню, первый у нас тоже выиграли как раз-таки ваншоты. 16-13 на карте The Overpass. И сейчас мы смотрим вторую с вами карту. The Cobblestone. Атак выходит. Атак шикарный минус. Ну что? Неужели ничего не смогут придумать? Зверь по таймингу. Зверь по таймингу выходит. Зверь запирает у нас все-таки Кейка, который устанавливал бомбу. Атак последний. Атак последний. У него очень мало хпшечек. Ну посмотрим. Атак выходит. По крику попадает. Но все-таки зверь оказался в этот раз сильнее. Я его поздравляю. 15-12 и один матчпоинт Браво МСА отыграли. Что по деньгам? Денег миллион. У ваншота там у 17-07 там, по-моему, было что-то порядка 11 тысяч долларов. Жесть, жесть. Ну а закуп Браво МСА вы видите на своих экранах. ФАМАС, P90, CZ, UMP и АВП от Крика. Ну что, 2 игрока на А, 3 на Б. Дропрум занимается у нас 3 игроками. Крик у нас смотрит мидвей, на самом деле, пока на данный момент.
Жесть. Ну что, жесть самая настоящая. Это Best of 5 формат, напоминаю. И у нас, собственно, вторая карта уже финала идет вовсю. Итак, 4 калаша плюс снайперская винтовка от 17.07. Давайте смотреть. Ваншот, гоу-гоу, хочу фан-микс поиграть. Вы же меня тут нашли, ребята. Как вы меня нашли? Спасибо, поднял настроение. Ладно, Малевич, есть кил на Сина, отлично. Раскидочка у нас там идет, уже флешечка пролетает. Зверь минус Фамаса. Ну что, выход на Б. 4 игрока в 4. В общем-то, давайте смотреть. Бортуреш отваливается. Малевич дабл кил. Крик, нужно стягиваться. Нужно быстрее стягиваться уже. 3 в 4 в меньшинстве защита. Терпит, ребята. Гамби есть минус ЦЗшки. В размен моментально от атака. СВП крик. На него вся надежда. Давайте смотреть. Ух, ух. Кейк. Шикарная игра.